Волна межконфессионального насилия, прокатившаяся по Ираку, достигла своего апогея. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Нури Аль-Малики, призвавший всех иракцев к диалогу. Только за последние двое суток число жертв религиозного конфликта перевалило за сотню, раненых еще больше. В распрях между суннитами и шиитами нет победителей или побежденных. «Мы все проигрываем в этой борьбе», — сказал иракский премьер. Его речь была обращена в основном к представителям суннитской общины. Стычки между подчиняющимися шиитскому премьеру Аль-Малики армейскими подразделениями и суннитскими ополчениями вспыхнули во вторник после ликвидации силовиками лагеря демонстрантов к северу от Багдада. Затем столкновения произошли сразу в нескольких городах, бомбы взрывались даже в столице. А спустя сутки суннитские боевики отбили у правительственных войск города Сулейман-Бек. Власти опасаются, что столкновения на религиозной почве, которые с каждым днем становятся все масштабнее, могут перерасти в гражданскую войну.